Геноцид – действие, совершаемое с намерением уничтожить полностью или частично какую-либо расовую, этническую или национальную группу. Фашисты во главе с Гитлером, придя к власти в 1933 году, развязали в 1939 году Вторую мировую войну и поставили перед собой цель через геноцид возвысить арийскую нацию. Уничтожение соседних народов и их богатств крайне необходимо для нашей победы. Важно, чтобы немцы всегда, по крайней мере, вдвое превосходили по численности народы сопредельных стран. Поэтому мы обязаны уничтожить третью часть их жителей. Так наставляли своих солдат немецкие генералы. Нацистский наказ претворяли в жизнь солдаты Германии в годы оккупации 1941-1944 годах. Каждый третий мирный житель Беларуси погиб. За три года оккупации Беларуси оккупанты превратили в руины 209 городов, уничтожили 9200 сел и деревень, создали 260 лагерей смерти и более 110 гетто. Уничтожение населенных пунктов Ильянского района Вилейской области, современный Вилейский район, вместе с жителями или частью населения началось летом 1942. В июне полностью сожжена деревня Хотенчицы, которая на то время насчитывала 42 двора. Из 240 жителей погибли 28 человек. Всего на территории Вилейского района было сожжено 76 деревень, 43 из которых включены в историко-документальную хронику «Память. Вилейский район». 33 населенных пункта уничтожены частично. Сведения про эти деревни имеются в Национальном архиве Республики Беларусь и требуют более тщательного изучения. По некоторым сведениям, на Вилейщине было сожжено 1308 дворов, погибло 668 человек. 5 деревень Вилейщины разделили судьбу Хатыни: Горки, Любча, Клюева, Рябцево, Ямово. Этих деревень сегодня нет на карте нашего района. В протоколе номер 2 заседания районной комиссии «Установление по содействию и расследованию немецко-фашистских захватчиков и их пособников по Ильянскому району от 19 марта 1945 года» говорится о том, что натворили каратели. 4 мая 1943 года, ворвавшись в деревни Борки, Любча, Старинки, Бригидово Новогузского сельского совета Ильянского района, под предлогом собрания согнали всех жителей этих деревень – женщин, мужчин, стариков и детей. Выстроили в шеренгу, мужчин и женщин разделили, загнали в 5 сараев, облили бензином сараи и подожгли. Но фашисты на этом не успокоились, бросили в сарай несколько гранат. Из-под столбов черного дыма, из пламени горевших построек, недобитые люди с обгоревшими частями тела от нетерпимой боли выскакивали из огня, но озверелые бандиты загоняли их и снова бросали в огонь. Только троим удалось вырваться и бежать. Всего немецкие изверги расстреляли и сожгли 557 человек. В братских могилах с родными лежат 80 детей, из них грудных 35 детей. Из огненной деревни Борки уцелела единственная девочка Фаина Кучко. Из воспоминаний Фаины Кучко. В первых числах мая 1943-го нагрянули немцы и, нахватав крестьянского добра, подались обратно. На завтра, ближе к вечеру, в деревню пришли два партизана. Предупредили о налете нацистов. Взволнованные жители всю ночь не ложились спать. Ходили по улице, советовались, закапывали в землю пожитки, надеялись на лучшее. Однако утром решили выгнать в поле коров. Со стадом ушло 11 человек, включая троих детей. Мама выправила и меня, как самую младшую. Уже на выгоне мы услышали, что идет нечастая, но беспрерывная стрельба. Загорелись Любча. Бежал человек в обгоревшей одежде, крикнул нам, что немцы жгут деревню, а трое вырвались из огня.
загорелись и наши блоки. Но к стаду пришли два полицая и двое мужчин в штатском с приказом гнать коров в деревню. Скотину мы не загнали, так как вся улица была заставлена какими-то повозками. Бежав в дом, увидела разбросанные вещи, раскрытую печь, картошку в мисочке и поняла, что мама взяла, когда та собиралась нам готовить завтрак. Снова выбежала, бросилась к незнакомым кучерам. Они меня спрятали между повозками, наказали лечь в одну из них под вещи и, конечно, не плакать и не кричать. Маленькую девочку удалось вывести. Ее принял Ильянский детский дом, откуда она попала к деду в деревню Безводная, а затем к тетке в Рабу Мирийского района. Сегодня на мемориальной доске в Борках, которые увековечены в Хатыни, скорбный список. Альшуки, Волчки, Кучко. Всего в мае 1943-го фашистами было уничтожено 97 человек из 98. Фаина Сергеевна, впервые побывала на месте родной сожженной деревни Борки только через 12 лет, когда в 1955 году там был установлен памятник ее погибшим землякам. В 2012 году памятник был реконструирован, установлена новая гранитная плита с именами погибших, благоустроенная территория. В соседней Любче чудом спаслись два человека, судьба которых после войны неизвестна. Деревня не возродилась, а было 23 двора, где проживало 95 сельчан. Здесь каратели решили так: мужчин убивали отдельно, женщин и детей тоже отдельно. У разлученных друг с другом членов семей усиливался страх перед насильственной смертью. В Любче, как и в Борках, в середине 1950-х годов поставлен памятник, а в 1975-м мемориал. На месте, где были дома, размещены плиты с именами погибших. Вы также видите два памятника в местах сожжения людей, мужчин и женщин. Мемориальный комплекс увековечен в Хатыни и включен в список историко-культурных ценностей Беларуси. Век пройдет, столетия, а о сестрах Хатыни, Любчи и Борках будут знать и помнить поколение. В Ильянской средней школе имени Гримати бережно хранятся обгоревшие инструменты и посуда, которыми пользовались жители уничтоженных деревень Любчи и Борки. Во время Второй мировой войны германские нацисты и их союзники убили около 6 миллионов евреев. Эту организованную на государственном уровне операцию по преследованию и истреблению евреев называют Холокостом. Нацисты, утверждавшие, что немцы – высшая раса, считали евреев низшей расой, представляющей угрозу так называемому германскому расовому обществу. Еврейское население подвергалось поголовному уничтожению повсеместно. В Вилейщине этим занималось главное отделение СД под руководством гауптштурмфюрера СС Рудольфа Грауэ, которое привело в 1942-1943 годах расстрелы еврейских граждан в Вилейке и Вилейском районе. Так, 3 марта 1942 года в Вилейке было убито 302 еврея. Следующий массовый расстрел имел место 17 марта 1942 года в Ильи, где жертвами стало около 1500 евреев. 8 апреля 1942 года в деревне Долгиново было расстреляно около 800 еврейских граждан. 9 сентября 1942 года очищено гетто, которое еще оставалось в деревне Куринец. Было убито примерно 800 евреев. По показаниям свидетелей, жителей Ильи, вечером 16 марта 1942 года в местечко прибыл отряд карателей во главе с гестаповцами. На следующий день, 17 марта, немцы вместе с полицаями к 15:00 согнали евреев на площадь, которая усиленно охранялась. Затем обреченных узников отвели к большому сараю, бывшему недостроенному овощехранилищу, и заперли в нем. Из сарая брали по 2-3 человека, отводили к заранее выкопанной яме и убивали. К вечеру, опустевши сарай и яму, облили бензином и подожгли. Те евреи, которые прыгали в яму сами, не ожидая выстрела, по рассказам свидетелей, начали страшно кричать.
и каратели, улыбаясь при этом, бросили туда ручные гранаты. После этого немцы и полицейские отправились в гетто, тщательно обыскали его и нашли 60-64 по другому свидетельству спрятавшихся людей. Их отвели к еще горящей яме, застрелили и сбросили вниз. За эти 2 дня было убито, по некоторым сведениям, около 1500 евреев. Их имущество после расстрелов разграбили. Впервые на месте гибели евреев установлен памятник на средства партизана Фавеля Соломянского. Фавель Соломянский во время Холокоста выжил, смог выжить. В 1941 году он примкнул к деятельности ильянской подпольной группы «Выбор» во главе с Николаем Киселевым. После второго этапа массового истребления евреев «Выбор» 7 июня 1942 года Фавелю удалось сбежать и присоединиться к партизанам. В 2019 году Фавелю Соломянскому было посмертно присвоено звание «Еврейский спаситель» за участие в партизанской операции по спасению 130 евреев из гетто Гнадия. У нас в музее хранится портрет Николая Киселева, праведника народов мира. Это звание дается в годы Великой Отечественной войны за спасение хоть одного еврея. Николай Киселев – организатор подпольной организации «Выбор», а впоследствии командир партизанского отряда. В тяжелом 1942 году вывел за линию фронта из оккупированной территории более 220 евреев и лишних. Мы, учащиеся Ильянской средней школы, гордимся тем, что такой человек, как Николай Киселев, имеет отношение к истории нашей деревни Ильи. Генеральной прокуратуры Республики Беларусь в апреле 2021 года возбуждено и в год исторической памяти расследуется уголовное дело по фактам совершения нацистскими преступниками и их пособниками геноцида на территории Беларуси в годы Великой Отечественной войны. Нам никогда не забыть страшные страницы истории Великой Отечественной войны. Мы никогда не простим жестокость, бесчеловечность и бесчинство врага на нашей земле. Мы это помним, и в этом наша сила.